Чарговы день нараджения Гомель сустрэне у кветках 14 верасня областный центр означить 877-годие. Гомельский городский выконавший комитет пропануя гомельчанам долучиться до свята и стать не только глядачами, але и его непосредными удельниками. Головная тема – кветки. Администрация города запрашает до удела усих от ландшафтных дизайнеров до аматоров покаёвых и садовых кветок. Коли у вас есть креативные работы для удела в выставочной зоне, досылайте фотоздымки на электронный адрес с указанием контактного телефона для зворотной сувязи. Заявки прымаются до 1 верасня.